Дефицит автобусов образовался в Таразе. Из-за нехватки горожане вынуждены подолгу простаивать на остановках. Закупить недостающее количество общественного транспорта автоперевозчики не в состоянии. Как намерены решать проблему, узнала Анастасия Сулейманова. В автопарке Иркебулана Сметова 20 современных автобусов. Их предприниматель закупил при открытии несколько лет назад. Приобрести дополнительные автобусы пока не хватает средств. Говорит, было бы неплохо, если государство будет частично субсидировать затраты на покупку общественного транспорта. В 2021 году мы закупали автобусы по 56 миллионов первые. А в 2022 году мы уже закупили одну единицу по 70 миллионов. На закупаемость автобуса такой помощи от государства нету. Только от государства есть помощь на расходы автобусов ежемесячные. На городские линии ежедневно выходят 340 автобусов, но требуется еще более 200. Нехватку общественного транспорта ощущают горожане, которые долгое время простаивают на остановках в ожидании своих маршрутов. Особенно в субботу, воскресенье вообще очень плохо ходит. Автобусы, конечно, старые уже. Давно поменять пора. 14-й вообще. У нас единственный автобус. Школа опаздывает дети. Ну, конечно, полчаса, час, 40 минут. Они же старые, они говорят, мы сломались. Это, ну, у них много чего. 40 это самый средний, нормально считается, я так думаю. Но единица утром я ехала. Все чехлы все разодранные вообще. И по чистоте тоже первый грязный. Как оказалось, доехать с комфортом, получается, не всегда встречаются и вот такие поломанные сиденья. А в целом автопарк Тараза изношен на 25%. Специалисты профильного управления говорят, что субсидирование государством на покупку автобусов законом не предусмотрено. На данный момент в областном центре работают 9 автобусных парков. В прошлом году на покрытие затрат автоперевозчиков, то есть субсидирование, был выделен 1 миллиард 440 миллионов тенге. А в этом почти вдвое больше. По договору предприниматели на свои средства должны закупать автобусы. В прошлом году закупили 40 единиц общественного транспорта, а в этом приобретут еще 53 автобуса. Восполнить нехватку автобусов намерены в течение 3 лет. Для этого местные власти совместно с компаниями-перевозчиками разработали план, согласно которому ежегодно будут открывать 5 маршрутных направлений. С реализацией плана решится и дефицит общественного транспорта. Анастасия Сулейманова, Тимур Сейлхан, Руслан Хатилла, Тараз, Хабар 24.